Мы уже начинаем мерить. Посмотрите на эту красоту. И новый образ. Такое вот платье на запах. Очень интересный дизайн. Мне оно очень понравилось. Носиться будет хорошо, уверена. Так что рекомендую. Уже, конечно, такая осень-осень, но что я могу поделать, как бы уже завозят новые коллекции, они, ну, прям вот осенние. Всем в кадре. Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Мы сейчас едем в ТРЦ Проспект. Сегодня я не одна, сегодня я с мужем. Кстати, муж просит называть его Славик, а не муж в кадре. Так, едем в ТРЦ Проспект, потому что Славик хочет купить каких-то морепродуктов, особенно креветки. А именно в Ашане, в проспекте, хороший выбор морепродуктов. Так что пока Славик будет ходить по магазинам, то я пойду по своим магазинам, магазинам одежды. Зайду, скорее всего, в Резервт, который вам уже обещала. Я знаю, что там новая коллекция. Причем новая коллекция очень прикольная. И Резервт большой в проспекте. Я, конечно, не знаю, в каком ТРЦ он небольшой, потому что они вечно делают огромные магазины. Так что быстренько зайду туда. У меня есть, наверное, сколько? Минут 40. И засниму вам, что там есть интересного. Так что оставайтесь со мной и поехали. Мы уже в проспекте. Сейчас Славик идет в Ашан, а я иду искать Резерв. Он, по-моему, где-то вот во втором ряду находится. Все, и начинаем. Начинаем нашу примерку. Все, я уже вижу, все, прощаемся. Да. Боди тату, вот такая вот прозрачная сеточка, мягенькая, 500 гривен, кстати, хорошая цена. Тут, конечно, посадка по росту очень важна. Сегодня, кстати, воскресенье, народу больше, чем обычно в будний день в магазине. Обычно я хожу в будни. Ну, понятное дело, потому что и примерочные свободные, и народу меньше. Но сегодня постараемся выходной походить, побродить. 1000 гривен такое платье. Как и в Заре, как и в H&M, в Резерв тоже есть вот такие джинсовые рубашки, вот графитовый цвет, и она 900 гривен. Прикольного цвета пальто, такой оливковый, 800 гривен. Оно на подкладе. Такое удлиненное, блин, не знаю, цвет, уже катышки, конечно, по нему пошли, но достаточно плотненькое и очень красивый такой салатово-оливковый цвет. Интересные рубашки, такие типа под твид, но это мягкие, то есть форму не держит. Ткань 1200 гривен, и вот в таком бежево-черном и вот бело-зеленом. Прикольная бахрома внизу. Я, кстати, такую бахрому уже не первый раз вижу, ну, у разных брендов. Базовая кожаная юбка-карандаш, кстати, хорошо выполнена, вот так вот внутри она выглядит, и 700 гривен. Достаточно плотный кожзам, прикольные строчки, вот они будут делать красивую фигуру, по идее. И миленькое такое беленькое платьице, это 1000 гривен. Посмотрите, кружево вот это вблизи, или прошва, как эту ткань можно назвать. Джинсовые жилеты и тоже в цвете графит. Вот цвет графит вижу практически везде. 1000 гривен стоит. Но я хочу сказать, что в этом ТРЦ, в проспекте Резерв, какой-то победнее, чем в Скаймолле. 1400. Я в Скаймолле. О, вот эти рубашки прикольные, я, по-моему, их показывала. Удлиненные такие. Тоже графитовые, 1000 гривен. В Скаймолле как-то побольше выбора, плюс новая коллекция была покруче. Там были какие-то вот видовые костюмы с брюками, с жилетами, красная клетка, там еще что-то. Ну, короче, много всего нового. Здесь такое все стандартное и по распродаже. Не знаю, давайте я тут что-то наберу, покажу, но потом еще раз заеду в Скаймолл и засниму выпуск из Скаймолла. Это прикольное. Она, кстати, утепленная. Да, тут, хотя не, прослойки нет, но сама ткань очень теплая. Короче, надо будет заезжать еще в Скаймолл и делать второй выпуск Резерв, потому что там выбор лучше, именно по новинкам. А здесь как-то все-таки скуднее. 1800, вот такие вот ботинки. Так, сейчас понабираю и пойду уже в примерочную. Мы уже начинаем мерить.
Посмотрите на эту красоту. Я очень люблю графитовый цвет, и вот как раз я смотрю, что он входит в моду, именно как становится трендовым, что я вижу во всех магазинах графитовая жилетка джинсовая и графитовые джинсы, они по оттенку практически одинаковые. Я пыталась найти джинсы такого оттенка, их нету, но есть вот такие, они почти как жилет, но смотрится очень круто. Как раз конверсы подходят сюда просто идеально. Я взяла такую оверсайз рубашку. Она очень широкая, очень длинная. И как раз идеально сюда подходит. У жилета есть кармашки вот здесь. Они не сильно прям глубокие, но достаточно удобные. Карман здесь, он функциональный. И вот так выглядит спинка. Красный чокер сюда подходит отлично. Рубашку, в принципе, можно заправить. Сейчас покажу. Вы поняли. Вот в таком вот варианте. Но тогда больше появляется графита, а мне это уже не совсем нравится. Поэтому выправленный вариант, он получше. Он такой более свежий. Рубашка мнется. Сами видите, такая легкая хлопковая ткань. И офигенно сделан жилет, такой плотный джинс, хорошие строчки, качество вообще супер, что жилета, что джинс. Кстати, показываю, так вот они выглядят, я взяла 38 размер, хотя обычно у меня размер 36, но я сразу увидела, что 36, он будет маленький, как-то он такой прям мелкий в талии, мелкий в бедрах, этот размер по бедрам сел в талии, кстати, сел в талии хорошо, он не широкий, но вот тут вот собирается, видите, но 36 будет не маленький, однозначно маленький. Здесь как-то вот странно, вроде бы в бедрах не висит, вот на попе все отлично, а вот здесь собирается, не знаю, и в талии нормально, непонятно, но качество джинсов тоже хорошее, мне очень нравится цвет, так что не знаю. Если брать, вот я бы взяла 38, как-то с этими сборками спереди, 36 не сел бы, это точно. Как вам такой образ? Рубашка 800 гривен S-ка, но она очень широкая, в принципе, можно брать и S. Жилет 36 размер 1000 гривен, 38 размер джинсы, но нету ценника. А, нет, есть, стоп. Ты ж не нашла. 900 гривен. И... новый образ, такое вот платье на запах, очень интересный дизайн, мне оно очень понравилось, есть в черном цвете, такую меленькую полосочку, но я решила взять серый как-то поинтереснее смотрится. Можно под низ надеть рубашку, можно вот такой вот топ водолазку, как я надела, или в принципе вообще ничего не надевать, потому что тут в принципе все закрыто на груди, закрыто здесь, конечно, при ходьбе вот так вот оно раскрывается, вы видите, не прям критично, я бы сказала. И это с учетом того, что вот на мне 36 размер, можно взять размер побольше, хотя, в принципе, по плечам тогда не сядет, можно посмотреть по размеру, что и как. Или же под низ что-то надевать, не знаю, какую-то длинную рубашку, поняли, которая будет вот как это, только не оверсайз крой, а прямой крой, но длинная, чтобы она вот шла до этого момента. Тогда вообще ничего не страшно, можете ходить в этом платье. Тоже подходит с конверсами. Как-то у меня все в таких серо-белых молочных тонах, но прикольно, мне нравятся такие сочетания. Очень круто сделано платье. Это костюмная ткань. Здесь идет такой запах на пуговках. Сейчас сразу показываю. Вот так вот, видите, двойной ряд. То есть вы можете застегнуть вот так вот потуже на талии, как я сделала. Или послабее. Вот так. Ну, он тут тогда будет собираться, конечно. То есть вы корректируете под свою талию. Здесь оно так... Короче, давайте я потом уже на вешалке покажу. Здесь еще тоже идет на пуговке крепление, так что все зафиксировано отлично. Вот так вот на спинке. Модель очень прикольная, мне очень понравилась. Приятная к телу, хорошее качество, отлично. И качество топа тоже крутое. Хороший рубчик. Мне нравится вот эта горловинка. Он идет такой базовый, укороченный. Сейчас покажу в другом его образе. Как вам этот?
платье в 36 размере, 1200 гривен. И вот так вот, видите, внутри оно застегивает. Две пуговки можно сделать потуже или послабее. Очень прикольная. Так, новый образ. Конверсы, юбочка в клеточку. Не, это не клетка, это мелкая гусиная лапка. Идет такая имитация типа запаха. Здесь все прострочено, ничего не открывается. И снова этот топ. Короче, не обращаем внимания, что у меня лифы черного цвета. Вот он, вот такой вот укороченный, очень приятный, очень мягенький, хороший рубчик. Качество, ну, реально очень хорошее. Есть в разных цветах, есть в черном, в бежевом, в каком-то молочном. Короче, можно походить, поискать. И вот так вот с этой юбкой. Сзади на юбке молния, все отлично село. Кстати, очень много вот таких вот каких-то юбочек из костюмной ткани, вот в разных принтах. Есть типа твидовые. Ну, короче, вот такого варианта очень много. Как раз вот для школы, для универа, просто, не знаю, кто любит такие модели, то приходите, выбирайте. Посадка очень хорошая, мне нравится. Так вот. Белый топ 400 гривен, у меня был размер М, очень крутое качество, но он не белый, он такой светло-светло-молочный. Юбка 700 гривен, 36 размер, села отлично, вот принт вблизи. Так, и новый образ. Уже, конечно, такая осень-осень, но что я могу поделать, как бы уже завозят новые коллекции, они, ну, прям вот осенние. Очень плотная рубашка в клетку. Таких рубашек очень много по залу, в разных оттенках, и в голубых, и в темных. Короче, можно приходить выбирать. Мне понравился такой светленький, функциональный карман тут. Здесь карманы по бокам. Вот очень плотная ткань и идет на подкладе. Тут утепление. Такое впечатление, что есть даже какая-то прослойка утепления, потому что он прям вот, ну, вообще такая тёплая курточка, знаете, такая теплая, и вот на первые холода самое то. Так, майка, футболка, даже тут вот такие вот надписи, пожалуйста, рассмотрите. Они типа выпуклые, обычно белая футболочка с таким вот рукавчиком. Мне очень нравятся такие рукава, они всегда стильно смотрятся. И просто офигенные кожаные брюки, штаны. Они так круто сделаны. Сейчас я сниму рубашку и покажу вам. И вот эти ботинки. Зацените весь образ в целом. Мне кажется, очень круто смотрится. И так комфортно, удобно. И сейчас снимаю рубашку. Сразу показываю цену рубашки. 1400 гривен, 38 размер был на мне. Я люблю, когда верхняя одежда, рубашки побольше размером. И брюки 900 гривен, 30... Нет, на мне 36 размер сейчас. Я взяла с собой 38, потому что они мне показались как-то маленькие в 36, но 36 сел отлично. 900 гривен. За 900 гривен это просто бомбовые брюки. Мне они очень понравились. Вот на мне 36 размер сел отлично. Отлично в талии, отлично. Отлично по бедрам, посмотрите, какая посадка, рассмотрите их. Вот здесь идет шов впереди, здесь идут карманы, сзади резиночка на попе. Здесь это карманы обманки, они зауженные к низу, и внизу идет вот такая вот продольный шов. Посмотрите, очень круто смотрится, и плюс они такие качественные, они достаточно плотные. Ну, мне очень нравится. Кто искал себе кожаные брюки, обратите внимание. Супер цена и очень крутое качество. Вот как эта футболка смотрится вместе с ними. И ботинки. Ботинки, кстати, хорошие. Они мягенькие, хорошо сели по ноге. Я, кстати, не нашла 39 размер. Взяла уже 38. Подумала, что ладно, уже там будут поджимать. Главное, постою в них одну минутку. Так они мне подошли. То есть в 38 размере мне эти ботинки подходят. Я покажу потом артикул. Но смотрятся они очень круто, и они мягенькие, удобные, комфортные. Так что тоже могу рекомендовать. Как вам такой образ? Футболка 229 гривен, была в размере S. И последнее платье офигенного изумрудного цвета. Вот снова на камере как бутылка выглядит. По факту он такой глубокий-глубокий зеленый изумруд. Очень красивый цвет. Ткань типа замш, вы видите. Как она играет. Планочка, это кнопки, такой вот рукавчик. Интересный поясок, вот здесь он застегивается и идет вокруг талии. То есть здесь он идет, вот, начинается как широким, дальше идет такой тоненький, и вот
вокруг талии и здесь заканчивает. Ну, короче, вы поняли, это надо понять, как он застегивается. Вот. Но, блин, он вот этот такой двойной, и он, наоборот, утолщает талию. То есть я бы хотела, чтобы он был все-таки какой-то или стандартный, или поменьше, или не в два раза. Вот тогда бы талия смотрелась поинтереснее. Такая вот юбка, полусолнце-клёш, наверное, это не полный клёш, или не полное солнце, точнее. Оставила вот эти ботинки, так сейчас... микрофон, оставила эти ботинки, могла надеть в принципе свои конверсы, потому что с конверсами тоже он подойдет, но решила показать с ботиночками. Ботинки, кстати, вот такого вот молочно-бежевого цвета очень круто выглядят, и они ко многому могут подходить, к джинсам, к спортивным образом, каким-то платьям тоже, почему нет. Отлично, они такие удобные, такие мягенькие, мне очень понравились. В платье нет никакой молнии, оно тянется. То есть вы просто расстегиваете планку, надеваете через голову и все. Так что, ну, в принципе, молния тут не нужна. Хорошая длина миди, так немножко прикрывает мое колено. И, в принципе, все на этом. И тут платье заканчивается. Но мне очень нравится цвет. О, кстати, есть разрезы, я не заметила сразу. С одной стороны и с другой стороны, да, с обоих сторон. Платье очень крутой цвет, изумительный, хорошее качество ткани, и ну, носиться будет хорошо, уверена. Так что рекомендую. Платье в 36 размере, село отлично, 1100 гривен. И ботинки, сейчас скажу, 38 размер, длина стельки 24,5, 1800 гривен. Ко мне уже... заглядывают в примерочную. Отлично вообще. Короче, и уже я буду заканчивать. На мне платье сегодня из Вайкики. Я говорила о нем. Года два назад я, по-моему, его покупала. Отличная ткань, отличный принт. Мне оно очень нравится. Носится шикарно. Есть регуляторы бретелей. И у них сохранилась подобный крой, подобная модель. Просто в других принтах они его делают. Но в той же ткани лекала все абсолютно те же. И я показывала это платье в красных цветочках, тоже мелких. Я прикреплю где-то ссылку, где было это платье, чтобы вы посмотрели на артикул, на то, как оно сидит в другом цвете, в другом принте, но я своим очень довольна, оно и под все подходит, и очень круто смотрится, и отличное качество. Так, все, буду уже выходить. Я уже вышла из примерочной, сейчас уже буду выходить, мне уже звонил Славик, говорил, что свои дела он закончил, то есть пока я была в примерочной все это время, он купил все продукты, которые хотел. Знаете, есть люди, которые по магазинам продуктов ходят именно так, как другие ходят по магазинам одежды. Кстати, вот стою и вижу там сумочку прикольную. Раз покажу вам ее. Вот он прям любит ходить, высматривать продукты, смотреть, что новенькое появилось. 1100. Вот я не знаю, я не такая. Я все, что нужно, побросала себе в корзину, знаю, вот какие продукты нужны, и быстрее ухожу оттуда. Я не знаю, я не брожу по магазинам продуктовым. А вот напишите вы, бродите по магазинам продуктовым, вот так как по магазинам одежды, высматриваете какие-то продукты интересные и так далее. Так, все, уже буду выходить. Мне, кстати, очень не понравилось, что ко мне заглядывали в примерочную. Ну, и причем заглядывали не просто как-то, а именно прям вот открыли, заглянули, закрыли. Ну, как бы, что это такое? Девочки или мальчики, если вы ищете свободную примерочную, то как бы так делать не стоит. Смотрите как-то по тени, по ногам, а не просто открываете тупо примерочную и смотрите, люди там стоят, блин, голые, не голые. Ну, я, конечно, была, я уже заканчивала, я снимала цены, но все равно как-то не очень приятно. Так, мы уже закончили в проспекте. Еще что хочу сказать. Там была в примерочной женщина с ребенком, мальчиком лет 6, наверное. Боже, и как он орал. Именно кричал на весь практически магазин, короче, на все примерочные. Он еще бегал по этому коридорчику между примерочным. И я так поняла, заглядывал в примерочные, потому что какая-то женщина сказала ему, типа, закрой, там, ну, как-то так. А мать стояла, и просто она ему, он кричал где-то минут 6, там, 7, да, вроде нет, пока она мерила. И она ему за весь этот период буквально раза два сказала, перестань кричать. Ну, как-то все. Он орал, не знаю, ну, как-то бегал, кричал, игрался, заглядывал, мешал другим людям.
Ну вот, как бы, извините, если вы идете с ребенком в магазин, то можно как-то, я не знаю, ну предупредить им, как-то провести с ним беседу, ну как-то, ну воспитывайте своего ребенка, это ваша зона ответственности, если вы уже родили новую жизнь, ребеночка, то как-то, ну, воспитывайте его или оставляйте дома, оставляйте с бабушками, с дедушками, не знаю, с нянями, как-то так, не ходите по магазину, но вы мешаете другим людям. Причем я понимаю, когда ребенок просто... Тебе дизлайков поставят, короче. Ну, подожди. Не-не-не, я понимаю... с детьми приходят в магазин. Я понимаю, когда дети кричат, то есть, ну, я знаю, что, конечно, это сложно иметь ребенка, все дела, но есть просто ребенок покричал, и все, я к этому нормально отношусь. Но просто эта ситуация, он именно кричал все 6 минут и кричал, ну, не просто там крикнул, открывал примерочные. Ну, как бы, извините, а если я переодеваюсь, стою голая, кто-то подбегает, мальчик 6 лет, открывает примерочные, может, там, не знаю, сейчас я открою машину, может, там мужчины рядом ходят, смотрят, ну, как бы, ну, что это такое? Мне это такое, конечно, очень не понравилось. Все, буду уже заканчивать, будем ехать домой, надеюсь, вам было интересно. В принципе, получилось что-то собрать в этом резерве и из ТРЦ «Проспект». Посмотрим, зайду еще в Скаймоле, в резерв, потому что там ассортимент получше, побольше. Вот. Ну, на сегодня я этот шопинг-влог уже буду заканчивать, так что, если понравилось, ставьте лайки, и все, до новых встреч, пока!